отдыхал, потом под конец, за 2 недели до начала тренировок, занимался, чтобы привести себя в форму. Ну а так отдыхал, занимался даже одновременно, можно сказать. Первую тренировку просто на хорошем настроении провели, даже не как, не как подготовка, а просто увидеться, поговорить, соскучились даже по мячу, можно так сказать. Рад видеть друг друга. И вот первые 2 дня втягивающие, а потом будем готовиться к первому матчу с «Локомотивом» уже в конце августа. С хорошим настроением, все друг друга рады видеть, поэтому приятно было ребят увидеть, и тем более после выигрышного чемпионата России, все с хорошим настроением, немножко соскучились друг по другу, поэтому с желанием начинаем тренироваться. Постепенно будем нагрузки увеличивать, но еще, наверное, день-два мы будем втягиваться. Опять же, будем обращать внимание на... Будем смотреть, как они выглядят, на их движение, на их самочувствие, состояние. И потихонечку будем прибавлять. В боевом хорошем состоянии, и, мне кажется, им даже уже самим хочется в бой играть, бить, футбол.